Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного канала, который ведет Юлия Флорида. С вами сегодня Надя Эггерс, я ваш риэлтор в Центральной Флориде, точнее город Орландо и пригороды. Сегодня мы делаем обзор домов для Натальи из Чикаго. Здравствуйте, Наталья. Посылаем вам привет. How are you doing? Good, thanks. How are you? Good. Посылаем вам привет с первого дома, обзор которого мы будем делать для вас. Сегодня здесь проходит open house. Мне это напоминает немножко муравейник, столько людей уже вышло, зашло. Не знаю, сколько внутри будет народу, но мы попробуем снять вам достойное видео. Наталья, значит, в вашем бюджете мы нашли, мы уже эти дома с вами по телефону все обсудили, оговорили. Начинаем с первого, который находится в Виндермир. Виндермир, напомню, друзья, мы уже много раз говорили про этот район, где шикарные школы и такой очень семейный, ориентированный город. Находится на запад-восток от города Даунтаун Орландо. Цена дома в нашем бюджете у Натальи 550 тысяч бюджет. Этот дом стоит 499 тысяч. Постройка 2007 года, дом двухэтажный, как мы видим, но 4 спальни и 3,5 ванных, 3 полных ванны и 1 половинка. Размер дома 2413 квадратных фут, в переводе на метраж 224 квадратных метров, моя любимая тема. Что здесь прекрасно в этом доме? Это $45 в месяц HOA. Неплохо, да? Да. Но налог в год не маленький. Получается, одно другое перекрывает, а 5400 в год. Построен, это как чаще всего мы встречаем, первый этаж блочный, второй деревянный каркас. Угу. Еще наших зрителей очень волнует размер участка. Да, очень. Здесь 0,17 акров. В переводе, ты переводила сколько соток? Да, это примерно 6,8 соток. Угу. На самом деле для этого района стандартные участки, я бы сказала, где-то 0,13. Это то как бы 0,13, да, то есть где-то 5 должен, соток, значит. Да, участок должен быть больше, чем стандартный. Мы это увидим, когда будем снимать уже дома, еще не были внутри, не знаю, что мы там увидим, но должен быть очень симпатичный. А еще же есть бассейн, да, ты сказала? Бассейн есть, ага. Я не сказала, точно, вот. Да. Есть бассейн. Что очень большой плюс. И гараж на 2 машины. Да. Ну что, ну, пойдем смотреть. Посмотрим. На улице я сказала, что это мне муравейник напоминает, но здесь реально все прям кучкуются. Да, кучкуются. Очень много желающих посмотреть дом. Да. В общем, здесь living room получается. Угу. Двойной свет, если сразу посмотришь. То есть здесь угу. потолок, да, а там сразу на входе двойной свет, красивая люстра. Ага. И тут сразу лестница на второй этаж. Сразу лестница на второй этаж. Столовая. Вот все снимают для друзей, да? Знаете, это все агенты. Я уже здесь услышала по-португальски. Мы по-русски снимаем агенты, потому что никто не успевает приезжать, чтобы сделать офер. Да, то есть, да. Вот как Наталья в Чикаго. Если она сюда пока купит билет, долетит, дом уже уйдет с рынка. Однозначно, поэтому нам да. приходится вот как-то за клиентов это делать все. Значит, здесь столовая. Так, сейчас я с этой стороны покажу, а то не совсем понятно будет, что тут у нас. А что здесь? Здесь написано «комната для припудривания носика». Можно это, там посмотреть, ванной, припудрить? Да. А, так, это половинка, да? Да, это половинка. Ага. Гостевая. На так, а мы этаже. Сказали, да, сколько здесь у нас всего ванных? 3,5, да, вот как раз угу. это половинка и 3 наверху. Угу. Вот видите, люди нескончаемым потоком заходят, выходят, а мы идем дальше.
Так. Что это такое? Как дверь открывать? Да? Я немножко теряюсь, когда так много народу. Да, здесь у нас получается пентри. Mm-hmm. Я не думаю, что мы будем ящички открывать. Да, ящички не будем. Кухне. А здесь кухня что? Шикарная. Здесь вход в гараж. Так, зайдем. Ух ты! Тут очень много вещей. Потому что здесь еще люди. Но они, видимо, живут. Собираются уже да. выехать. Я уверена, что этот дом продастся очень быстро. О, да, кстати, дом смотри, хороший какая для 500. Кухня большая. Посмотри на остров. Угу. Да? Да, остров большой, размер. Хороший. Угу. Угу. Мрамор. То есть это не мрамор, гранит. Это гранит. Гранит да. Да. То есть кухонка может быть цвета такого несовременного, но покрасить можно без проблем. Потому что это дерево. Я вижу, что это дерево. Так что... Так, вот техника на остается, да? Да, техника остается. Кто-то на них... На да, самом деле, очень да. многим нравится такой, такой цвет. Цвет кухни, да, да, это правда. Очень интересные, смотри, какие лампы. Решения. Ага. Yes, we know that. We're gonna be very quick. Но здесь мебель so, не входит, да? Мебель? Правильно же? You do, yeah? Okay. А мебель не входит, нет, это хозяйская мебель. Посмотри, какая ага. большая гостиная. Вообще классная. Она так хорошо сделана, квадратная. Да-да-да. Слушай, здесь очень мне нравится расположение, она такая большая, и посмотрите, какой здесь можно большой телевизор повесить. Он реально... Он реально очень большой. Я не знаю, наверное, 100 диагональ. Так, а что мне еще нравится, что здесь окна, смотрите, большие с двух сторон. Очень, да. Они большие, да. С двух сторон. Но мы позже покажем. Здесь не окна, там. Здесь двери. Можно раздвинуть двери, да? это класс. Все. Да. И просто у них, видишь, завешено. Да. Но они раздвигаются. То есть здесь реально можно эту стену раздвинуть. Класс. Так, ну, вот вижу пройдем, обеденная наверное, зона. Да? Это для завтраков. Да. Обеденная была там. Да-да-да, точно-точно. Так, и... а мы хотим подняться на второй этаж, где спальни, да? Потому что, получается, на первом этаже нет спален. Да. На первом этаже нет, на втором этаже. Так, все, поднимаемся. Деревянные перила. Здесь на втором Ребята, этаже. Ребята, если вы увидите, все ходят в масках. Да, конечно, да, мы кто-то без... сделает коммент, что мы без масок. Но а мы без у масок. У меня только что сделали детальную чистку машины. И мы забыли. И парень это все вытащил. И да. я сразу прыгнула в машину, поехала смотреть дома. Но агент сказала, слава да, Богу. Нас пустили, сказали, что окей, но придется нам сейчас заехать куда-то в аптеку. Купить, ага. Давай зайдем, да, это маленькая комната, две маленьких комнаты. Детская такая, да? Похоже. Здесь и другая, и делит ванную. Угу. Так, заходим в ванную, вот это делящуюся на две комнаты. Так, здесь закрывается, да, туалет и угу. ванная. А, нет, слушай, здесь дверь убрали. Вот здесь двери не стали делать. То есть вот одна раковина здесь. Простите, чихай. Я вырежу. Так, и... Не надо вырезать. Апчи, простите. Ой, жесть. Так, это вторая, да? Тоже маленькая, небольшая. Они здесь одинакового вот, размера. Да, нет. сделали кабинет. Ну, для кабинета он даже очень даже большой, да? скажи ведь. Угу. Так, а здесь у нас что? Раздвигающийся. О. Так, понятно. Слушай, а вот это удобно, они так легко угу. есть. И занимают место, как, то есть не раскрываются да, шкафчики, да, выдвигаются. Да, смотри, какая у них здесь система. О, это что-то такое новенькое. Смарт-хом. Ага. Кондиционер. Система кондиционирования. Ух так, ты. Давайте зайдем в такое главное помещение. Ух ты. Большая. Ой. Слушайте, здесь можно было две комнаты сделать. Да, 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 да. Класс. Смотри, какой потолок. Обрати да. внимание, да? Потолок такой, да, тоже. Двухуровневый. Сложно сочиненный. И мне нравятся окна. Смотрите, какие большие. Угу. Класс. Панорамой такой идут. Да. Слушай, очень большая спальня. Посмотрите, сюда можно что угодно еще поставить, да, еще одну кровать. Да. Так, класс. Я давно такой большой спальни не видела, честно говоря, мастера. Минус
того, ну, вижу маленький минус, он не очень большой, что не апгрейдит, не замененная столешница, да, да, не пластиковые, здесь... но чисто, все чисто. Чистенько, да. И сейчас уже устанавливаются более современные кабины, они называются frameless, да, то есть без рамок. То есть это еще старая школа, видимо, 2007, да, я говорила? Да. Но чисто очень. Слушайте, все. Чисто, я хочу заметить, плюс цена, если цена учитывать, шикарная. Что с бассейном, этот дом с бассейном. Даже, да, я боюсь сказать, за какую цену они его продадут. Так, надо вот будет здесь понаблюдать. Отдельно. Надеюсь, что нам продадут. Ага, отдельно туалет, классно. Все здесь отдельно. Ну, я хочу еще заметить, что вообще большая тоже это мастер-батрум большая. Да, большая, большого размера. И посмотри, какая большая гардеробная. Гардеробная хорошая. О, а посмотрите, здесь полочки-то какие. Нестандартные, деревянные. Ну, знаешь, такая гардеробная, кажется, сама встроен, по себе. Это, посмотри, это они не встроено, заказывали, да. Это, они заказывали. Это просто как мебель. Да, это купили. Да, шкафы. Они купили, сами поставили. Угу. То есть, смотри, класс. Не встроены, я вижу, да. Ну, очень большой размер, да, комнаты? Да. Да. Вот, и пройдем. Где-то еще одну комнату нужно найти. А, здесь, посмотри, видишь. О, стиралка-сушилка. Да, постирочная. Так, так, так. Угу. Все прекрасно помещается. Здесь у нас тоже полочки идут. Слушай, ты знаешь, для 2400 квадратных фит, да, 224 метра квадратных, мне кажется, он какой-то больше даже. Да, 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 мне то тоже так кажется. То есть он так распланирован. Угу. Пусть они сделали те две маленькие комнаты, да, да. Ну где-то в остальном, ну, каждое помещение, оно какое-то большое. Не говори. То есть дом минимум, кажется, на 3000 квадратных метров. Так, вот здесь, ой, видите, однозначно. Извините. Здесь у нас живет ребенок. Вот здесь он моется. Да, детскую они здесь так, делают. Так, да. Так, игрушечки. Тут тоже вот такое все раздвижное. Удобно. Так, здесь кондиционер. Угу. Ну и в принципе, что мы все посмотрели, идем тогда на бассейн. Да. И вот, проходим мы на бассейн. Класс. Тут еще хорошая эрия под навесом. Смотри, как все сказать. Под навесом. Да. Мало того, что есть экран. Да, экран. Да? Но даже если дождь идет, здесь сухо. Вот только что дождь прошел, посмотри. Да, да, да. То есть можно спокойно сидеть в дождливую погоду и наслаждаться свежим воздухом. Слушай, очень классно. Мне это так нравится. Интересно, смотри, сколько они лампочек. Мне кажется, ночью здесь просто шикарно. Да, да, да. Они уют сделали придают. По периметру, ага. Видишь, разного типа лампочки. Гирлянды. Ага. Точно, точно, вот они, лампочки. Да, ночью своя атмосфера. Бассейн не маленький такой, да, вот для детей тут такой заход. Слушай, ты знаешь, это типа как пляжная зона, для лежаков. Что ли? Здесь можно лежаки поставить. Да, класс тоже. Сейчас стали современные бассейны делать именно так. Точно, классно. Слушай, вообще, дом отличный. Вот я бы купила этот дом. Слушай, честно, мне понравился. Даже за цену выше я бы, наверное, предложила. А за 500 вообще? Я бы несколько лет назад также дала этому дому 500. Я думаю, он недооценен, честно говоря. Они специально, наверное, такую цену выставили, чтобы завлечь, посмотреть, да? Сколько народу. Да, и будет у них столько же офферов, я уверена. Вот, тут есть, можно сделать обеденную большую зону. Или вот, смотрите, там посидеть, кофеек попить отдельно. А где здесь барбекю у них, интересно, есть? И мне нравится, что они вдоль забора посадили растения. Оно так поуютнее все кажется, как будто так... Да, огорождено. Да. Смотри, туда с ней. Как что ты думаешь, что это такое? А где? Будка. Для собаки, что ли?
Ух ты, смотрите, маленький домик. Я не видела еще будок во Флориде. Может быть, это детский? Да. Ну, или что? Для ребенка поставили. Ну, слушай, есть, маленький домик такой, да? Конструкция, знаешь. Странная, да? Вроде бы не хранить же там грабли. Слишком какой-то он маленький. Интересно. Ну, вот, да. Так, вот такой дом. Пятерка? Да, я считаю, да. Пожелаем нашей потенциальной покупательнице успехов в офере. Сейчас после просмотров поедем офер составлять. Да. К сожалению, а у нее бюджет до скольки, ты сказала? 550. Ага. Ну, входим в бюджет. Угу. Ну, удачи. Хорошо, спасибо. Ну и ваши комментарии, что вы скажете по этому. Спасибо, дому. Что вы с нами посмотрели. Мы сейчас едем ко второму объекту и посмотрим, какой из них лучше. И уже Наталья выберет свой. Да, всем пока. Да, всем пока. Told that bitch we can't do things we don't need no witness. 2 cents for 20.